Дело, о котором говорили все на прошлой неделе, убийство бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Но на этой неделе о нем вспоминали куда меньше. Появились ли новые версии и детали, и удалось ли следствию продвинуться? Посмотрите далее. Это дело расследуют правоохранители сразу двух стран – Украины и России. Там тоже начали уголовное производство. В Украине дело Дениса Вороненкова – прерогатива Генпрокуратуры. Там немногословный. В субботу сообщили, экс-депутата Госдумы Вороненкова допрашивали не только по делу Януковича, но и по делу о преступлениях во время Майдана. А Юрий Луценко сообщил, незадолго до убийства киллер был в оккупированном Донецке. Что дало повод заподозрить российский след в произошедшем. В то же время СБУ пока только ищет доказательства связи убийцы Вороненкова с ФСБ. А вот всегда словоохотливый советник министра внутренних дел Антон Геращенко уверенно и настойчиво заявляет, Павел Паршов пророссийский скинхед, завербованный российскими спецслужбами. Все, по словам нардепа, было как в фильме «Идентификация Борна». Тем временем в деле появился возможный сообщник Паршова. Полиция объявила в розыске Ярослава Левенца. Ему 32 года, родом из Желтых Вод, жил с семьей, женой и двумя детьми в Днепре, но дома он давно не появлялся. Крайне редко его здесь видели, как бы мы знаем, что он тут живет. Левенец довольно заметная фигура в националистических кругах. Был бойцом батальона «Донбасс» с позывным «Хантер». Наклонностями такими фашистскими. По-моему, ему даже один раз по шее надавали, потому что обнаружили в это самое, у него в комнате портрет Гитлера на стене. Вот. Ребята надавали ему по шее. Вот. Ну, которые из первого-второго состава «Донбасса». Что-то очень сильно у вас не поощрялось. С Павлом Паршовым Левенца связывала не только служба в Донбассе. Еще с 2012-го их обоих обвиняли в махинациях, связанных с конвертационными центрами. А самого Паршова на этой неделе похоронили. Под Павлоградом, в поселке Сосновка. Церемония прошла быстро, попрощаться с покойным смогли несколько друзей и родственники. Гроб родные попросили накрыть черно-белым флагом. Вместо креста привезли знак с датой рождения и смерти, а также руническими символами. А что было нарисовано? Не знаю, я не рассмотрел. А вы бачили, участвовал такие вот значки малюют, как на всей табличке? Не видел ни разу. Пока нет точных сведений о состоянии другого важного свидетеля в деле убийства Дениса Вороненкова, его охранника, сотрудника разведуправления Минобороны. По неофициальной информации, он до сих пор в больнице.